Первый блин, как известно, комом. С чемпионатом мира по кроссу на снегоходах зимой этого года у организаторов возникло много заминок. Но к первенству по мотокроссу они подходят очень ответственно. Еще бы, ведь на этот раз зрителей в Семигорье ожидается в разы больше, чем зимой. Утверждать сложно, но я думаю, что будет порядка 20-25 тысяч зрителей, потому что мероприятие очень серьезное, и мотокросс, он на Ивановской земле и очень популярен исконно. Расширилась по сравнению с зимой география турнира. В соревнованиях примут участие спортсмены из 25 стран мира – от Новой Зеландии до Бразилии. Всего более 100 гонщиков. Состязания пройдут в два дня. 21 июля – квалификационные заезды, 22-го – финал. С билетами, обещают организаторы, у зрителей проблем возникнуть не должно. Билеты доступны, причем они по стоимости стали в два раза дешевле. Напомню, что 300 рублей стоит абонемент на 21 и 22 июля. Купить их можно как в офисах Инвестторгбанка, так и в театральных кассах. Я думаю, что ближе к моменту проведения соревнований мы попросим организаторов расширить количество мест продажи. И они пойдут нам навстречу, и думаю, что граждане, все желающие, смогут купить их уже непосредственно в близости от крупных торговых точек и, возможно, от мест их проживания. Для проведения мотокросса сейчас строят профессиональную трассу протяженностью почти 1,5 километра с многочисленными трамплинами и горками. Так что вне зависимости от погоды в дни соревнований в Семигорье будет жарко. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.